Брус, вагонка плюс необрезная доска. На лесопилке в Нягане ежемесячно производят 300 кубов дерева. Сейчас местный бизнесмен столкнулся с трудностями из-за санкций. Но не стал опускать руки. Вместе с командой он начал искать поставщиков в России. О том, как развивалось югорское предприятие и какие планы вынашивает его руководитель, в сюжете моих коллег. Индивидуальный предприниматель Осман Мамирзаев начал свое дело с одного старого лесовоза. Тогда производство занимало 120 квадратов. Сегодня это почти гектар земли, из которых 400 квадратных метров – лесопилка. Производство расширялось поэтапно. Сначала он закупил один станок, затем, когда объемы увеличились, приобрел их с десяток. Действительно, было вначале трудно, но тем не менее, кто боится трудностей, тот не достигает результатов. Тем не менее, своим настырным трудом мы добились того, что на сегодняшний день имеем. В месяц здесь производят 300 кубов только обрезанного пиломатериала, плюс необрезанная доска, брус, вагонка, столярные изделия. У предприятия очень отменная репутация, а качественная продукция пользуется огромным спросом не только в Нягане, но и в соседних территориях. Александр, надо будет сегодня куб доски, наверное, пропустить, простругать его, потому что у нас на куб сегодня заказ. И давайте сегодня приступайте, давайте сегодня после обеда на лето еще надо будет отдать. Хорошо? Хорошо. Все, давайте, приступайте. За последние несколько месяцев Осман Имамирзаев столкнулся с западными санкциями. После отказа в поставке американской продукции лесозаготовочного комплекса руки у предпринимателя не опустились. Вместе с командой он начал искать отечественные аналоги на внутреннем рынке России. Давайте скажем так, Россия никогда этих санкций не боялась. Мы немножко другого контекста люди, да? У нас свои идеалы, у нас свое мышление. Мы умеем консолидироваться над любой проблемой, которая нас извне начинает нас вталкивать. В день цех производит 10 кубов пиломатериалов. Нягинское предприятие поставляет древесину по всей Югре. В планах у бизнесмена расширить производство, создать больше рабочих мест и в будущем обеспечивать своей продукцией всю Россию. Дмитрий Пришвицын, ТРК «Югра» при поддержке Нягинского телеканала.